Посмотрите на карту, и вы сразу увидите, что Кипр – остров. Большой остров. 9000 квадратных километров, третий по величине на Средиземноморье. И все же его ландшафты столь разнообразны, что и приезжим и жителям кажется, что остров – это огромный континент. Но этот континент можно полностью объехать почти всего за один день. И все же эта уникальность Кипра несомненно приложила руку к формированию менталитета и космополитического характера киприотов. Гостеприимные, веселые, неугомонные, они всегда получают особенное удовольствие от возможности помочь иностранному гостю. Если вы прибыли сюда по воздуху, вы, возможно, заметили при снижении перед приземлением, как внезапно, будто по волшебству, исчезли облака. Обратите внимание на любой европейский телевизионный прогноз погоды. Даже когда погодные условия на обширной территории вокруг плохие, на Кипре погода выглядит таким образом. В то время как летом в небе нет ни облачка и средний максимум температуры приблизительно 32 градуса по Цельсию. В зимние месяцы средняя температура составляет приблизительно 17 градусов. Фантастический климат. Короткие расстояния до любой точки и разнообразный ландшафт. Чем не повод похвастаться Кипру? Катание на горных лыжах по утрам и на водных лыжах в полдень. Позже, почему бы не попробовать основное кипрское удовольствие – зеленые маслины и большую порцию салата на закуску. В качестве основного блюда – дар водного мира Кипра – маленькую красную кефаль, зажаренную с картофелем и ледяное местное пиво. Наконец, встает вопрос, где вам следует остановиться? От Полиса и Пафоса на западе до Лимассола и Ларнаки на юге. И до Янапы и Протараса на востоке ваш выбор безграничен. Вы можете остановиться в первоклассном пятизвездочном роскошном отеле, славящемся своим местоположением и обслуживанием, или в полностью меблированной квартире или вилле с самообслуживанием. В конце концов, вы могли бы выбрать маленький традиционный дом, если вам по нраву простая деревенская обстановка. Где бы вы ни находились, природа всегда рядом, обеспечивая как экспертов, так и новичков уникальным опытом открытия таких новых разновидностей местной флоры и фауны, какие вы не встретите нигде. Еще одна возможность оказаться ближе к природе – это присоединиться к организованной прогулке в один из многочисленных замечательных уголков. Или отправиться на велосипедную прогулку по острову с одной из экскурсий, которые проходят круглый год. Теперь вот о чем стоит подумать. Кипр, возможно, мог бы вообще не появиться. Остров возник из моря благодаря движению африканских и азиатских тектонических пластов. И весь этот процесс завершился всего лишь 1 миллион лет назад. Отсюда и миф о наиболее знаменитой древней богине Кипра Афродите,
которая появилась из пены у берегов Пафоса. Вот место, где она вышла из волны. Каждому гостю надлежит прибыть сюда, дабы выразить свое уважение и любовь к богине. Можете поплавать, почему бы и нет. Всякий раз во время засухи, которая частенько случается на Кипре, религиозность греко-киприотов проявляется в молитвах даровать дождь, где главный голос принадлежит главе церкви, архиепископу. Правительство, конечно, не может позволить себе положиться только на молитвы. Приблизительно 100 дамб по всей территории Кипра управляют реками и потоками, блокируя их и сохраняя воду. А если вы вдруг окажетесь заядлым рыболовом, милости просим в клуб любителей поудить форель или карпа. На Кипре клюет круглый год. Это археологический музей в столице Кипра, Никосии. Каждый город имеет свой собственный археологический музей. В действительности весь Кипр – один большой археологический участок. Строители, отдел общественных работ, сельские жители и фермеры постоянно натыкаются на древние могилы. Латинское название минеральной меди позаимствовано у Кипра – купрум. И в течение 4500 лет остров был самым большим производителем и экспортером меди во всем Средиземноморье. Единственная причина, по которой древние киприоты не выскребли всю медь до последнего грамма, а оставили и нам немного, это потому, что у них не было средств для очистки пройденных галерий от воды. Но они определили местонахождение каждой медной жилы на Кипре. На современном Кипре античность все еще жива и присутствует повсюду. И традиции, как, например, гончарное дело, бережно сохраняются. Все еще создаются мозаики, наподобие тех римских мозаик, что прекрасно сохранены в Пафосе. Семнадцать столетий византийского искусства – это гораздо больше, чем просто пример художественной формы с определенной датой, хранящейся в запасниках музея. Это неотъемлемая часть повседневной жизни Кипра 21 столетия. Десять церквей и 3 археологических участка занесены ЮНЕСКО в список мирового наследия. Венецианские стены Никосии были построены в 16 столетии на месте более ранних средневековых укреплений. Лимассольский замок, где Ричард Львиное Сердце женился на принцессе Беренгарии Наваррской и где она стала королевой Англии. Но еще более известен замок Колосси. Это здесь рыцари сэра Джона производили очень сладкое крепкое вино с близлежащих виноградников, чтобы потом экспортировать его в Европу – Командария. Название Командария официально было признано самым старым названием вина в мире, и оно все еще экспортируется сегодня, так же, как и многие другие кипрские вина. В течение 10 дней в начале сентября вы можете посетить винный фестиваль в Лимассоле, попробовать любое вино, которое вам по душе. И не только это, вы можете приложить вашу руку, а лучше ногу, к традиционному кипрскому прессу. Разумеется, это не единственная причина, по которой так много людей прибывает на Кипр в сентябре или в любом другом месяце. Кипр – идеальное место для проведения всевозможных конференций.
Каждая гостиница, большая или маленькая, имеет полностью оборудованный конференц-зал. А в столице есть еще большой современный конференц-центр. Телекоммуникации Кипра одни из лучших в Европе и, во всяком случае, ничем не хуже где-либо в мире. Невероятно, но правда. Вы можете посетить Каир, Александрию, пирамиды, Сфинкса и все знаменательные места на Святой Земле, где жил Христос до его распятия на кресте и воскрешения. Все это по неправдоподобно низкой цене за круиз в течение 2 или 3 дней в одну из соседних стран. Не упустите возможность. Жаль, что нам так и не представилась возможность поведать вам о 2 пристанях для яхт самого высокого класса. Скоро их будет 3. Или о многих футбольных полях, на которых тренируются профессиональные команды из других стран, когда погодные условия в любом другом месте плохие. Или о том, что ежегодно здесь проводится уже ставший знаменитым ралли Кипра. Или что у нас есть поля для гольфа. Бесчисленное множество ночных заведений и клубов. И никаких проблем с безопасностью. Фантастический выбор товаров. Одним из небезызвестных покупателей кружев ручной работы из деревни Левкара был некий Леонардо да Винчи. Да, не забудьте летние постановки древнегреческой драмы, которые проводятся здесь в течение последних 2500 лет. Примите участие в ежегодном Лимассольском карнавале и в других многочисленных местных международных событиях, проводимых в течение всего года. Развлекайтесь! Yes, yes. Thank you.